На прямой связи с нашей студией политолог Саиль Искендеров. Саиль Мялим, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер, Али. Саиль Мялим, премьер Пашинян на этот раз отправился в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. У себя в Твиттере он написал, что он ждет очень важных, интересного разговора с президентом Франции. Как вы считаете, к чему бы это и что будет обсуждать Пашинян с президентом Франции? Откровенно говоря, когда акцентируется внимание на том, что там будут важные обсуждения, смотря для кого это важно, а кому, как бы говорят, образно говоря, иначе. Я думаю, что, может быть, да, для Пашиняна, для Армении какие-то там, и для реваншистских сил, не знаю, там как вот у политического истеблишмента Армении будут очень важные обсуждения. Но пока не раскрыта вот эта суть этих переговоров или там ожиданий, или, не знаю, самого содержания этих переговоров, разговоров, обсуждений между премьер-министром Армении и президентом Франции Эммануэлом Макроном, пока очень трудно судить о том, что насколько это важны эти переговоры. Но, к сожалению, я думаю, что все-таки традиционно приходится с большим сожалением констатировать тот факт, что Армения в очередной раз пытается как бы заручиться поддержкой своих зарубежных покровителей, которые, к сожалению, ничего существенно положительного не могли предложить в течение последних 30-35 лет. А сейчас, наоборот, когда вырисовывались какие-то контуры нормализации взаимоотношений постконфликта перед Южным Кавказом, не только между Арменией и Азербайджаном, а также Арменией и Турцией, и в целом на Южном Кавказе, к сожалению, пока вот эти внешние игроки, в том числе и Франция, пока не отметились никаким положительным моментом. Откровенно говоря, я здесь хотел бы затронуть тот вопрос, недавнее выступление Никола Пашиняна, который, когда он вывел на Азербайджан ушат грязи и лжи с трибуны Генассамблеи ООН, и очень, к сожалению, и ни Франция, ни француз Шарль Мишель, который как бы пытался играть и пытается играть как бы связующую там роль между для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, никоим образом не отреагировали вот на это там такие лживые заявления Пашиняна, тем более с трибуны, опять же говорю, самого там крупного, скажем, самого там ответственной международной организации, как ООН. Вот в этом плане я, к сожалению, пока ничего положительного от этих обсуждений не ожидаю для южнокавказского региона. Почему? Это тоже имеет вот мое, как бы скажем, беспокойство, и мой скептицизм тоже имеет под собой логическое основание, поскольку мы знаем, что Армения уже в который раз пытается как бы общую мозаику как бы всеобъемлющего мира и стабильности на Южном Кавказе раздробить на несколько фрагментарные части, и в этом плане как бы дать каждой там сестричке по сёрышку, там, скажем, какую-то часть как бы делегировать там России, какую-то часть Франции, какую-то сейчас, не знаю, Соединенных Штатов Америки. Таким образом пытается вот этот единый целый процесс раздробить несколько частей и ловить рыбу вот в этой мутной воде. И поэтому я, честно говоря, особо каких-то положительных сдвигов от этих обсуждений, я имею в виду для Южного Кавказа и в взаимоотношениях Армении, Азербайджана и Армении, Турции, ничего не ожидаю. И с другой стороны, к сожалению, что мы помним, вот я упомянул о последнем выступлении Пашиняна с трибуны ООН, где он непосредственно заявил желание о том, что Армении там было бы интересно увидеть в зоне конфликта, в кавычках имею в виду, там, по их мнению, там, по мнению Пашиняна, в зоне конфликта, азербайджанско-армянский конфликт, или, не знаю, там, в зоне нормализации взаимоотношений, там, на границах Армении и Азербайджана, увидеть международные миротворческие силы. Вот, исходя вот именно из этих моментов, я ничего положительного для всего региона от этих обсуждений не ожидаю. К сожалению,
Как бы это ни звучало скептически, но мое таково мнение и такого видения. Да, Саэль Мэлем, вот как раз вы упомянули о желании Армении и о их высказываниях по поводу каких-то международных сил. В Казахстане с 26 сентября по 8 октября состоятся учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, Организации договора о коллективной безопасности. И вот Министерство обороны Армении опубликовало документ, сообщение, в котором говорится, что Министерство обороны приняло решение воздержаться от участия подразделений вооруженных сил этой страны, проводимых в Казахстане в рамках ОДКБ учениях, с формулировкой, принимая во внимание сложившуюся ситуацию на азербайджано-армянской границе. Как вы считаете, вот как вам вообще эта формулировка, и действительно ли причина в том, что, как считает армянская сторона, ситуация на армяно-азербайджанской границе не дает возможности отправиться их военнослужащим на учения ОДКБ в Казахстан? Олег, это абсолютно со стороны Армении очередная политическая спекуляция. Но, к сожалению, опять же я скажу, в этом вопросе я адресовал бы этот вопрос, это нелицеприятный факт, в первую очередь по армянским, проармянским силам, который непосредственно находится в России, имеется российским политиканом, который там пытается временами доказать, что они более армяне, чем сами армяне. Я имею в виду, в частности, вот непосредственно вот это Константина Затулина. Мы знаем, что позавчера он как вчера разразился очередной гневный там гнусный ложь и там провокации против Казахстана. Вот Затулин настолько уже там заармянился, извините за такое выражение, вот это в первую очередь он должен отвечать на такие вопросы, как они, вот именно мы знаем, что в ОДКБ практически лидирующее положение, не практически, фактически там лидирующее положение занимает именно Россия. Вот это как раз-то, я думаю, что очередной удар в спину России со стороны Армении и армянства. Вот пусть на этот вопрос в первую очередь отвечает, я думаю, Константина Затулина, не знаю, Милонова или, я не знаю, там Михаила Александрова, который... с которым вот ваш покорный слуга в течение нескольких лет там вел, как бы скажем, полемику, там, заочную полемику в том плане, что вот еще Россия, Россия и аукнется там, вернее, про армянским силам в России аукнется вот именно, как бы скажем, обслуживание там интересов армянства в глобальном масштабе, как минимум там, на постсоветском пространстве. Естественно, то, что конкретно спекуляция, поскольку Армении не удалось последними своими провокативными там провокациями там на армяно-азербайджанской границе, я имею в виду там события 12-13 сентября, тогда, когда вот они действительно там уже практически поставили ребром вопрос перед ОДКБ, мол, якобы вот уже, а чего вы там, в принципе, там уже дожидаетесь, в принципе, когда вы уже будете заступиться за нас, тогда, когда уже Азербайджан непосредственно атакует наши границы. И поскольку эта провокация тоже не удалась, и, в принципе, мы знаем, что конкретно была делегация ОДКБ там на этой границе, на месте, в принципе, у них оценка была как раз-то, которая поддерживала вот именно справедливую позицию Азербайджана, и после этого, естественно, что Армении уже приходится именно кидаться, как бы скажем, одной крайности на другую крайность, поскольку в этом плане еще очень негативную свою роль сыграл визит Нэнси Пелоси, там председателя Нижней палаты Американского конгресса, и в этом плане, я думаю, что уже есть определенная сила за рубежом, которая в этом плане уже зашкалит свои проармянские позиции, где уже оставляет, как бы скажем, в тени уже это даже проармянских российских политиканов, таких как Затулинов, Милонов, Александров. Вот в этом плане я поэтому говорю, Олег, да, мне очень интересно было бы самому и как политологу вот услышать уже мнение вот этих Затулиных, которые, я говорю, вчера он разразился таким гневным спичем в адрес Казахстана. Вот пусть он отвечает, как он расценивает такое поведение Армении. И поскольку я думаю, что, в принципе, там такая политика и, в принципе, такая спекулятивное отношение насчет ОДКБ и России в этом плане очень дорого может обойтись Армении. Поскольку практически куда бы ни кинулась Армения, на данный момент мы знаем, что всецело она зависит полностью от
благодеяний России. И в этом плане, я думаю, что в очень скором времени Москва потребует отчета от Армении, когда вот она ведет себя так двулико, там, ну, практически это традиционно, там, армянское это, двуличие, там, когда вот именно Россия, там, в принципе, сейчас так схлестнулась вот это в ожесточенной борьбе с Западом, там, когда вот решается там практически уже не на жизнь, а на смерть. Вот в этом плане, я думаю, что еще Армении придется отвечать вот за такие свои там, ну, как бы сказать, многовекторные, не, это не многовекторная политика, это многовекторные там провокации. А в этом плане, я думаю, что практически это спекулятивное там заявление о том, что вот исходя из -за того, что между, на границе между Азербайджаном с этой Арменией там существует как непосредственно вот такая там вот, не знаю, ситуация, поэтому силы ОДКБ там, вернее, армянские вооруженные силы не будут участвовать на это учение. Там, в принципе, если действительно, если вы помните, да, именно как бы спекулируя этим вопросом, Пашинян также отказался участвовать это, на последнем саммите ШОС, если вы помните. Конечно, да? В Самарканде. А во Францию, он с большим удовольствием прям на всех парах летит. Но я думаю, что, в принципе, там, чтобы Армении не пообещали, там, в принципе, там роль Азербайджана и вес Азербайджана в регионе, практически не только в нашем регионе, и вообще в глобальном масштабе, на несколько раз там превышает вот это, перевешивает этот вес Армении, и поэтому там практически, ну, так скажем, это ни к чему со стороны Армении не приведет. Но, к сожалению, я должен констатировать то, что вот есть определенная силы непосредственно доказывают, опять же, визит Нэнси Пелоси и также вот это стремление, там, я не знаю, там, высокопарное там, заявление Пашиняна о том, что там ожидаются очень важные переговоры во Франции с президентом Эммануэлом Макроном. Это еще раз констатирует тот факт, что, к сожалению, мировые центры силы практически ни в каком регионе в мире, в том числе и в частности на Закавказье, никак не заинтересованы как раз в решении там коренным образом существующих конфликтов, разногласий там, и противостояния. Наоборот, они всячески стараются вот это разногласие поддерживать, поскольку таким образом сохранить свое там геополитическое присутствие в этих регионах. Вот, к сожалению, на данный момент геополитические реалии таковы. Да, Саид Мялим, то есть получается, что если 50 или 100 армянских военных отправятся в Казахстан, то безопасность Армении, получается, будет под угрозой. Ну, естественно, ну, Олег, согласись, что это настолько смешно, понимаете? Извиняюсь, это, как говорится, это бы не было так смешно, не было бы так плачевно или не было бы смешно. Но, к сожалению, что можем сказать? Это традиционная, это армянская политика. Вот о чем идет речь. Сальман, большое спасибо вам за комментарий, за беседу. И вам спасибо. До свидания. До свидания. Салих Искендеров, политолог, был на прямой связи с нашей студией.